Держали из-за чего полицейские? Из-за того, что я пошла пописать. Пописать пошла, и они меня за шкирку, так как его забрали вот сюда. Ага, понятно. Можно меня сфотографировать? А я вас фотографирую. Да. Да-да-да. Я пошла пописать, остановилась, что у меня друзья приехали, без пропуска и все. А, я понял. Ну, а за руль, что сели в нетрезвом виде? А я не садилась, я оставила машину. А, такси должно было привезти. А вы сюда доехали и здесь оставили машину? Нет, доехала подруга, уехала, а я осталась, чтобы друзей забрать. Понятно, понятно. А полицейские сейчас составляют протокол на вас? Ну, то, что они меня забрали, когда я писала, и забрали за шкирку и посадили в эту машину. Угу. А претензии какие вообще у полицейских? Никаких. А, никаких? Мне тоже не нравится. Нет, вы находитесь в общественном месте, имею право снимать. Я в операции вместе с полицейскими участвую, как журналист. Я просто хочу спросить, что вы были за рулем? Нет. Нет? Нет. То есть, а какие у них претензии вообще к вам? Понятно. Понятно, спасибо. Вангурт. Вы сейчас тронетесь, будет еще раз оформлено, Анатолий Геннадьевич. Не надо, вас отстранены от управления. Я закрою машину. Не надо закрывать машину, вы покиньте, пожалуйста, транспортное средство. Наше транспортное средство задерживается до устранения причин. Анатолий Геннадьевич. Женщина, по-моему, Наташа? Спать не надо, спать. А можно на заднем сиденье построить? Анатолий Геннадьевич, ваше транспортное средство задерживается. Дюров, пожалуйста. Заберете, когда... Не, пожалуйста. Можно я посмела за ним сидеть? Ну, так, давайте, не будет. А я можно? Попьте ваше хорошее настроение. А можно я лягу туда? Одной день. Пожалуйста. Дюров, пожалуйста. Дюров, пожалуйста. Ну, я хотя бы там посплю. Нет, ваше транспортное средство. Он хороший, но он не прав. Почему? Он правильно оформил меня. Потому что я в туалет сходила, он у меня как его, а у вас не горит. Понятно. Он правильно оформил меня, но неправильно оформил, потому что я не сидела за рулем. А машину он неправильно собирает. Понятно. А ну а свидетели, которые говорят, что вас остановили, видели за рулем? Нет, меня не остановили, я сама приехала сюда, да. Пошла пописать, а потом решила друга как его забрать. Угу, понятно. А в какой период вы принимали алкогольные напитки? Я принимала в 11 часов бокал пива. Утро? Да. А, понятно. А сейчас сколько у нас? А сейчас 35 минут 11-го. Вы извините, бокал пива уже давно, уже это как... Ну да, да. А вы отказались от прохождения метаосвидетельствования? Я от него, конечно. Нет. Убери руки! Давай я кроме сюда выйду лучше. Ну, куда лезть? Не надо. Женщина, вы упадете. Не надо никуда лезть. Виталий Геннадьевич, лезьте. Не надо. Лезьте, пожалуйста. Это дома спустя. Мы уже договорились в суде встретиться. С вами. Ну давай, давай в суде встретимся. Все, давайте, не будем. Дура, давай встретимся в суде. У вас сохранено от управления, давайте не будем. Не будем, давай. Пускай нас. Мои действия абсолютно законны, поверьте мне, никого с обманом не хочет. Виталий Геннадьевич. Виталий Геннадьевич, давайте не будем. Ваша подруга, да? Сейчас я... Просто по обеспечению безопасности дорожных движений. Всем всего доброго. До свидания. Вам придется потом все равно гаи. А что вы меня посылаете? Я вас... Было. Прибор проводится самотестирование.
0,752 мг на литр. Установлено состояние алкогольного опьянения.